Эти боевые средства появились вместе с изобретением бензинового двигателя. Они стали одним из символов начала 20 века, прошли через две мировые войны и передали эстафету бронетранспортерам. Первые бронированные автомобили или броневики в фильме «Оружие». К началу 20-го столетия технический прогресс сделал привычными такие средства передвижения, как паровоз и автомобиль. Благодаря двигателю внутреннего сгорания появились первые тракторы, гусеничные и колесные. В небо поднялись первые самолеты. На всю новую технику обращали пристальное внимание военные. Первым на службу был призван паровоз. По железным дорогам разных стран загрохотали настоящие крепости на колесах, бронепоезда. Появились они и в России. Но область применения такого вида вооружения была слишком ограниченной. Железнодорожные составы были привязаны к стальным магистралям. Армиям требовалось другое техническое средство. Оно должно было сочетать в себе подвижность и огневую мощь. Так, в начале 20 века конструкторы превратили безобидное гражданское авто в грозную боевую машину. Бронеавтомобиль можно назвать старшим братом танка и бронетранспортера, поскольку он появился раньше их и первым принял участие в боевых действиях. В России проект первого бронеавтомобиля появился в 1904 году. Его автором был подъясаул сибирского казачьего полка Михаил Накашидзе. Накашидзе Михаил Александрович – один из первых разработчиков бронетехники. Годы жизни 1873-1906. Происходил из княжеского рода, сын генерала Российской императорской армии. Служил в лейб-гвардии Гродненском гусарском полку. В 1902 году опубликовал книгу «Автомобиль. Его экономическое и стратегическое значение для России». Принимал участие в сражениях русско-японской войны 1904-5 годов. Командовал разведывательным отрядом. Постройкой опытных образцов русских бронеавтомобилей занялась французская фирма «Шаррон». Она уже имела опыт подобной работы. В Россию бронеавтомобиль, или, как его сокращенно называли, броневик, прибыл в марте 1906 года. Он весил 3 тонны и для своего времени развивал довольно высокую скорость – до 60 км в час. Вооружение состояло из двух пулеметов. Один был установлен во вращающейся башне, другой перевозился внутри автомобиля в качестве запасного. Броня позволяла выдерживать попадание винтовочной пули. Осматривая новинку, император Николай II сказал: «Без сомнения, у этого оружия большое будущее. Движущиеся крепости в случае боевых действий могут сыграть важную роль». Однако после испытаний бронеавтомобиль на вооружение российской армии не приняли. Причинами были слабая бронезащита, низкая маневренность перетяжеленной машины, невысокая точность стрельбы. Другие проекты русских конструкторов так и не нашли воплощения в металле. Поэтому к началу Первой мировой войны Российская империя подошла, практически не располагая собственными бронеавтомобилями. Единственные экземпляры закупались за рубежом и только для испытаний. В августе 14 года началась Первая мировая война. Над Европой загрохотали пушки. Основным противником России была Германия. На вооружении кайзеровской армии уже имелись бронеавтомобили, которые в первых же боях продемонстрировали высокую эффективность. В этих условиях военное ведомство России поставило вопрос о немедленном оснащении императорской армии бронемашинами. Первый отечественный броневик построили на базе грузового автомобиля «Русабалт». Он вооружался пулеметами «Максим». Осенью 2014 года на фронт были направлены 8 бронеавтомобилей этого типа. «Русабалт» тип «С» – пулеметный бронеавтомобиль. Боевая масса 4 тонны, длина 4,5 метра, ширина 2 метра. Двигатель карбюраторный мощностью 40 лошадиных сил. Скорость 20 км в час. Запас хода 200 км. Вооружение. 3 пулемета «Максим» калибра 7,62 мм. Боевой расчет 5 человек.
Производственных мощностей российских предприятий не хватало для обеспечения армии броневиками. Поэтому специальная комиссия военного ведомства России отправилась в Англию. Там был заключен контракт на постройку 48 броневиков фирмы «Остин». Они были вооружены двумя пулеметами «Максим» в двух вращающихся башнях. Это серьезно повышало эффективность огня. Но бронезащита была довольно слабой, всего 4 мм. Поэтому в России английские машины обшили более толстой, 7-миллиметровой броней. Кроме Великобритании, русская армия закупала бронеавтомобили в США, Италии и Франции. Однако все они нуждались в усилении огневой мощи и повышении живучести. Эти работы велись уже в России. Например, на французских «Рено» для повышения пулестойкости броневые листы закрепили под наклоном. Английский бронеавтомобиль «Уайт» получил дополнительную пушку калибра 37 мм. Американский грузовик «Гарфорд» переоборудовали в тяжелый пушечный броневик с орудием калибра 76 мм. Эта машина имела одну любопытную особенность. Благодаря специальному устройству она могла с одинаково большой скоростью двигаться как вперед, так и назад. Первым бронеавтомобилям присваивались собственные имена. В российской императорской армии несли службу броневики «Бессмертный», «Адский», «Громобой», «Чудовище», «Дракон». Кроме бронетехники зарубежного производства, в состав российской императорской армии входили и целые броневые части союзников. В 1915 году в Россию прибыл бельгийский дивизион из 350 человек. Смотр дивизиона в Петергофе провел лично император Николай II. В материальную часть входили 6 легковых, 20 грузовых машин, 18 мотоциклеток и 130 велосипедов. Колонну возглавляли 13 бронеавтомобилей, 6 пушечных, 4 пулеметных и 3 командирских. Через месяц бельгийский дивизион убыл на фронт. Во время Первой мировой войны бронеавтомобили выполняли разнообразную боевую работу. Например, броневик «Джефери» конструкции штабс-капитана Поплавко с помощью специальных приспособлений проделывал проходы в проволочных заграждениях. Пушечно-пулеметные броневики штабс-капитана Некрасова были приспособлены для движения по железным дорогам, быстро превращаясь в бронедрезину. Первая мировая война дала толчок и развитию других видов вооружения. Над полями сражений появились аэропланы. Теперь бронеавтомобилю пришлось противостоять и этой новой угрозе. Для отражения атак с воздуха пулеметные установки броневиков «Остин» приспособили для ведения зенитного огня. В ходе боевых действий достаточно быстро выявились недостатки бронеавтомобилей. Недостатком этих машин оказалось все-таки слабое бронирование и низкий уровень боестойкости ходовой части, невысокая надежность ходовой части, потому что ходовая часть, да и трансмиссия этих машин, заимствованная у серийных автомобилей, не выдерживала тех нагрузок, которые создавались массой бронированной машины. Кроме того, проходимость, связанная в том числе и с большой массой машины, этих машин, была невысокой. В ходе войны конструкторы разных стран пытались повысить боевые возможности бронеавтомобилей. Усиливалась броневая защита. Устанавливалось более мощное вооружение. Росла живучесть машин. Например, надувные колеса сменились сплошными. Вместо пулеметов устанавливались пушки, минометы и даже гаубицы. Но радикально изменить положение не удалось. Преодолеть траншеи, ощетинившиеся кольями с колючей проволокой, броневик не мог. В 1916 году на полях сражений появился танк. Он мог спокойно переползать через траншеи и воронки, делать проходы в проволочных заграждениях.
Однако до тех пор, пока танк был медлителен и неуклюж, броневик оставался единственной быстроходной боевой машиной. Несмотря на слабости конструкции, бронеавтомобиль был незаменимым боевым средством. Вместе с пехотой он мог принять участие в уличных боях, а также в наступлении на полевые позиции, если это позволяли условия. Он мог провести быструю разведку, возглавить авангард или прикрыть отходящие войска. В октябре 1917 года в России установилась новая власть. За этим последовала гражданская война. Для защиты своих завоеваний большевики использовали вооружение, оставшееся от царской армии, в том числе и броневики. В условиях разрухи денег и ресурсов для создания новых боевых машин не было. Поэтому броневики по несколько раз ремонтировались и возвращались в строй. В условиях высокоманевренной гражданской войны наиболее успешно бронеавтомобили применялись для усиления удара кавалерийских частей. В этих случаях наиболее полно использовалась мощь пулеметов и пушек, установленных на бронемашинах. На добрый десяток лет броневик стал основным боевым средством автоброневых сил рабоче-крестьянской Красной Армии. Со временем он превратился в такой же символ революции, как пулеметная тачанка или бронепоезд. К моменту окончания гражданской войны в составе РККА насчитывалось 52 отряда бронеавтомобилей, в основном броневиков «Остин», но все они были крайне изношенными. Армии срочно требовались новые броневые средства.